Всем привет! Сегодня у нас будет роллинг талантов на моем аккаунте. У нас тут есть интересная акция трейд с выгодой, где вы можете получить вот такие вот призы, получить карточку за потраченных 3000 самоцветов, сапоги, арена, карту героя за 30 тысяч пропуска, 10 яиц, уже карта легендарки за 50 мифическую, но, ну, честно говоря, с этих всех карт, которые я показал, ни хрена толкового не падает. Вот тут уже 2К кулаков, это более интересно. И по 10 пропусков плюс СПЕ на лабиринт. Ну и за 100К вот такие вот награды, но, ну, честно говоря, они нафиг не нужны. Они того не стоят. Сет простых рун, карта таланта. Ну, если вы там нормально ролить собрались, то, в принципе, пойдет. Также у нас сегодня, как ни странно, трать с выгодой, таланты выигрывают, дополнительная акция. В которой вы можете получить вот такие вот призы за ролл определенного количества талантов. То есть фактически 60 тысяч, вам возвращают 10. Опять же, здесь дают кулаки, поэтому я буду ролить. Ну, основной приз большой, руны таланта. От шестерки до восьмерки сундук таланта, бастион 5 уровня, одна штуки, воодушевление сет. Бастион, это я так понял, что всего-то одна штучка какой-то руны, скорее всего. Воодушевление сет 4 уровня, одна штука. Ну, неплохо было бы отсюда воодушевление достать. Что по талантам? По талантам нам нужна только грубая сила, ложный выпад, как вы видели на китайке. У меня уже нападало. Немерено его, честно говоря, талантик такой себе. Да, и мне ставить уже особо некому. Поэтому мы будем чисто ради интереса ролить и смотреть, что нам падает. Давайте будем сегодня ролить на вот этом вот стрелке. Так, за самоцветы выбираем сразу роллинг. Потому что нам, в принципе, надо потратить только 60 тысяч самов. Ну что, поехали. До 16 тысяч, ну, не до 16, а до 5 216 000. Так, let's go. Самоуничтожение, просвещение, каменная кожа, правда, 4, тяжелый, утекание, бог войны 4, утекание 3, ожог, бог войны 5, ребята. Пятый бог войны, а нам-то ставить его, по сути-то, некому уже. Тут уже все прокачаны. Потолок. Можно еще сюда стрелку запилить, бог войны, посмотреть, как он будет долбить. Так, ну тут понятно все. Что у нас еще есть такое интересное? Тут все понятно. Душику, дедушка у нас уже с боком, тут все прокачано, по сути то у нас некому ставить. Черепа есть уже со всеми талантами, тыковка, можно по приколу, конечно, тыкве поставить, но пусть там будет ремочка. Тут мы уже поставили, дед тоже есть, в общем, все уже есть. Давайте поставим. Хотя нет, не хочу. Или можно поставить, если что, потом выбьем когда-то. Поменяем. Кто смотрел вчерашние подземки, видели, как там стрелок с богом войны затащил просто подземку. Хотя нет, не буду. Сливаем. Нафиг он нам надо. Поехали дальше. Сменить. А я не хочу за карты. Я хочу вот так вот. Прощай, бог войны. Побежали дальше. Огненная защита. Ракушка. Еще одна. Кожа первая. Блин, ну дайте воодушевление ради интереса. Чтобы можно было замедление. 5-8. Ну, замедление можно, кстати, поставить.
где наш дедушка? Не Дрейка, а Дед Мороз. Красный нос, борода из ваты. Вот сюда поставить. Пусть будет. Мало ли, когда-то пригодится, где-то будем кого-то замедлять конкретно. Так. Поехали дальше. Ну, две таких пятерочки уже. Уже есть интересных. Бог войны, замедление, ракушка. Так, ожог, утекание, разброс. Ну, давай что-то интересное. Ремочка. Ремочка нам, увы, но не нужна. Тем более третья. Так, самоуничтожение. Так, огненько. Еще одно замедление 4.8. Бог войны. Что-то мне на аккаунте моем на Бога войны последнее время очень прет. Ремки, кстати, не то что перестали, но плохо начали падать. Каменная кожа. Каменная кожа, ребята. А вот я задумался, знаете, что я хочу сделать? Я сам пока не знаю, что я хочу сделать. Сейчас надо подумать, кому ее можно так присобачить. Ну, с богом войны, не знаю, мы потестировали, он какой-то ватный. Давайте. Хотя не хочется тоже сливать. Что-то не хочется. Кто у нас тут такой есть? Как претендент. Бигфута тестануть с каменкой, что ли? Вместо огненки. Хотя он и с огненкой хорош. Купидон. Вот Купидону поставим. Вдруг он надо будет нам, чтобы он выживал хорошо. А для этого у нас выбьем, у нас уже есть, в принципе, в талантах. Ну, неплохо. Три талантика уже таких интересных нам упало. Ожог тащит, ребята. Обязательно смотрите, ставите лайк. Не забывайте. Больше лайков, больше трэша. Так, приговор. Мне интересно, огненка. Так, корка. Правда, четвертая. Вот ожоги посыпались, бог войны, гнев. Ну, давай, давай, где топ-талант? Еще один, ребята, ожог. У меня уже все по ожогах. Мы уже, в принципе, затарены. Но. Так. Я знаете, кому хотел? Я хотел Рину потестировать с ожогом. Очень причем. И Некроса. У нас Некрос есть с коркой. Корка, в принципе, у нас есть рунами, поэтому мы опять проролинубим и поставим вот так вот ожог. Вы обязательно должны поставить еще по одному лайку, ребята. Так, поехали дальше. Так, выбрать предмет. Ну чё, грубая сила 3.8. Видите, как редко грубая сила падает. Вообще, с новых талантов у меня что-то печаль, беда. Приговор. Он нам не нужен. Так. Еще один ожог, еще приговор. 5-8 бастион. Так.
Тут интересно, кому можно влепить? Тут везде интересно, кому же можно все-таки влепить? И давайте поставим стрелку. Вот так вот попробуем. Так, ну неплохо, неплохо насыпало, согласитесь. Хорошие таланты сегодня нам падают. Ракушка. Ярость небес. Аж живо. Живо. Никому не нужна. Она уже на тех героях, на ком она будет. Еще один бастион, ребята. Ну, поперло, поперло. Что-то на талантике, как обычно. Так, кто у нас тут хочет баст? Ну-ка. Может, Анубис хочет баст? Но я хочу его с тем талантом пока оставить. Так. Душек. Дедушка. Кто у нас просится на баст? Тут баст есть. Можно Дрейка, в принципе, вместо корки ставить с бастом. Вот так вот сделаем. Так. Так, так, так. Ребята, падает очень хорошо. Даже очень хорошо. Утекание. Так, утекание. Ну, тут некому просто, они уже все с утеканием, кто надо, стоят. Архидемона тыковка есть, ворожей даже прокачан с утеканием. Душика может качнуть ради интереса. Хотя, в принципе, зачем ему утекание? Что у нас тут еще такое интересное есть? Тут уже все, в принципе. Так, тут некрос такой, такой, такой. Можно было бы еще и некроса ради интереса с утеканием качнуть. Вместо ярости. Ну, ярость очень кайфовый талантик. Не хочется его сливать. Эрину. Что у нас такое еще интересное есть на этот талант? Где-то с утеканием качнуть смысла нету. Так. Черепа есть. Вольт. Так. Дракон нет. Ну, не знаю, меняем. Не хочу я никому его ставить. Сливаем его. Так, замедление, ложный выпад. Блин, хочется воодушевление, либо грубую силу еще одну. Тогда бы я успокоился. Так. Ну все, тяжелый удар. Он, по сути, никому не нужен. Опять утекание. Вот когда надо, оно не падает. Бастион четверочка. Каменка.
Приговор не надо. Жух, еще один. Да ладно. Издеваются, короче, они надо мной. Уже, я уже не знаю, сколько, ну, реально топово талантики падают. Так, эти есть, даже Некрос с ожогом, Ронин есть, Стрелок с ожогом есть, Анубис с ожогом есть. Так, 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 Душек с ожогом, Череп с ожогом есть. Чё, ты станем? Давайте поставим ожог. Сливаем, ребята, топовый талантик. Или не сливать. Слить какого-то героя. Кого тут можно такого интересного слить? Да и сливать особо никого не хочется. Давайте поменяем. Если что, потом уже все равно качнем. Вот так вот. Убрали. Обязательно ставьте лайки. Так, поехали дальше. Наш стрелок. Да, в принципе, можно было и ожог слить. Все равно ожог есть талантом, но талантом лучше оставить до обновы, пусть себе валяется. Меньше затрат ресурсов будет. Так, самоуничтожение. Ну, давайте до следующей пятерочки доролим. Хотя, в принципе, ну, вот доролили до корки. Вот, в принципе, вот так вот. Кучу всего поменяли. Опять надо кучу ресурсов на прокачку. Будем опять трешевать, качаться. А вы обязательно пишите комменты. Подписывайтесь на трэш-контент. Вы, ну, 69 на меня. А, ну, в принципе, все правильно. Так, есть. Тут плюшки мы забрали. Побежали сюда. Таланты выигрывают. Двойные призы, в принципе, почему и не паролить. Забираем самики. Карты питомцев. Мифическую карту героев. Два ящика славы. 10 тысяч самов. И сейчас дадут пятый бастион. Нет, дали 10 рун. Ну, еще плюс 3 кулаков сойдет. Пойдет. Вот так вот. Вот такие вот призы мы забрали. Так, смотрим. Так. Где там наш Рино? Говорю, Рино. Не Рино, а Бигфут. Солненькой, в принципе, мы тоже его используем довольно-таки часто. Так, обмен славы. Ладно, подождем. Может, будут там 10 рун 7-го таланта, мы возьмем тогда 12-й. И возьмем эти последние 8-е. В принципе, все. Пишите комменты, обязательно подписывайтесь на канал, делайте репосты, ребята. Все читаю, все смотрю. Ждите аналогичные рубрики на китайке. Всем пока.